начинает малыш сначала что? Тело свое совершенствовать. Еще ни духа, ни разума нет. Но тело есть. Ребенок движется, движется по мере совершенства физической составляющей, появляется духовное. Мама, ты меня любишь. Все, дух пошел за руку. И когда уже более-менее физическое, духовное развитие, следующее появляется разумная составляющая. Мамочка, а почему ты меня любишь? То есть разум заговорил, вопросы появились. Но начиналось все с физики. Поэтому комплекс упражнений в Белояре построен таким образом, что мы сначала все-таки свою физическую составляющую совершенствуем. Постепенно это переходит как бы на духовную и на разумную. Но каким образом это делается? С помощью естественных движений. Естественные движения, они у каждого свои, друзья. То есть вот малыш будет двигаться в одном и том же движении по-своему, женщина по-своему, допустим, полный парень по-своему, худенький по-своему. Вот задача тренера – помочь каждому из вас освоить ваше естественное движение. С помощью него идет совершенствование центральной нервной системы. Каким образом? Мы выискиваем во время движения так называемые скачки, рывки, дергания. В этих местах, получается, мышцы не управляются мозгом. Как только мы медленно начинаем выглаживать движение, то есть выравниваем ее, и рваное движение превращается в нерваное, то есть мы с вами уходим, как говорят йоги, в нирвану, да? Но в этом состоянии мозг уже намного лучше работает, потому что активируются те части мозга, которые не управляли конкретными точечками. Обычно для того, чтобы провести себе диагностику, я предлагаю это сделать на ножке. То есть как увидеть вот это рваное движение? Можно на ручке, допустим, мы как ручку вращаем, вращаем, раз, замерла где-то в этом месте, потом оп, опять пошла, потом опять остановилась. Или где-то просто дергается вот так вот, ну идет, да? Вот там, где идет скачок, вот в этом месте нет управления. А тут все правильно, микромышца передает другой микромышце движение, потому что мозг дал попробовать двигаться, а в этом движении нет. Вот давайте продиагностируем каждый себя. То есть мы ножку, стопу вытянули, потянули, потянули, потянули стопу. Потом взяли ножечку на себя, потянули, 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 потянули. В сторону ножечку вот так вот. Раз, подержали, подержали. В другую сторону. И теперь начинаем стопой делать кружочек на счет 10. И пошли. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, один круг. Еще разочек. Быстро делать легко, друзья, делаем медленно, потому что мозг не хочет показывать свои недостатки. А мы просим, на счет 20 пошли кружочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кто заметил, что ножка где-то дергалась или замедлялась? Увидели, да? То есть а вот это... А то же самое, ведь смотрите, каждая клеточка мозга управляется своей клеточкой микромышцы. Нет, понятно. Значит, что понятно, если вы здесь, нет, вот, ну, да, вот, если вы здесь нашли скачок рывок, в этом месте у вас нет управления. Значит, вы берете, выглаживаете, тем самым что? Активируете тот участок мозга, который не управлял. На любом участке может быть скачок рывок. Понятно, да? То есть мозг управляет всеми нашими клеточками мышц. И вы можете найти его. Комплекс упражнений поставлен таким образом, чтобы отыскать их везде и потом максимально выглаживать. Выглаживание происходит. Вот если вы нашли на ножке где-то, то значит следующее, что мы делаем?
еще сильнее натянули ножку и представили, что у нас густой мед прошлогодний. Мы вот берем его, разгребаем на счет 50 и пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Полкруга. Еще пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тянем ножку и густой мед гребем. Почувствовали, как он густой? Вот 50. Друзья, для того, чтобы правильно этого делать, вот это упражнение, мы друг друга тестируем. То есть как мы производим тест? То есть берем за ножку и пишем. Вот давайте другую ножечку подняли. Вы будете делать кружочек, а я как бы подойду к вам и попробую вам сопротивление сделать. Поехали. Вот, бери, да не стесняйся. Да, давай. Вот, молодец. Давай. Так, и пошли. Вот теперь я ручки убираю, ты попробуй сам. Как будто бы ногу держит кто-то. Хорошо, это проще сделать на ручке, чтобы почувствовать, вот, как движение в белояве происходит. Смотрите, одна мышца тянет, а другая попускает. Потом вот это тянет, это попускает. Но они все находятся как бы друг против друга, противодействие. Предлагаю вот простое упражнение. Ручку в густую глинку вставили и описываем медленно вот такой длинный овал. Почему овал? Нужно вот здесь, меняя направление, чтобы не терять натяжение, проходить плавно. Чтобы не просто туда-сюда, а именно вот в закругленных уголках это делать. Попробовали, да? Теперь смотрите, я беру, загущаю глинку, подхожу к дебинам. Гриби. Во, видишь, стой еще тоже сам. Давай, вниз пошли. Вниз. Вот, в обратную сторону идем. Во, вот теперь подними его, сделай ему. Друзья, делимся по парам. И один, допустим, крутит, а другой подходит, его имитирует глинку. Глинку загущаем постепенно. То есть получающий тест говорит, сильнее загущать или слабее. Двумя ручками охватываем ручку, которая движется. Вот смотрите, вы делаете вот такое движение, да? Я теперь загущаю глинку, гребите. Вот, видите, давайте, держите. Густая глина? О, а сейчас еще гуще, да? Еще гуще сделаем. Вот, отлично. Загущать еще? Или достаточно? Вот, и пошли вот с таким движением. Посмотрите, у вас все тело натянулось. Понятно? Поднимается, это правильно? Ну, тут уже хотя бы почувствуйте, как движется движение. Потом мы будем загущать. Поднимать. Иди, греби, давай. Греби. Во, посмотри какая. Вот силушка пошла. Отлично, умница. В обратную сторону пошли. Так, друг друга, пожалуйста, один держит, другой, значит, да, получились, да. Поехали, нет, против меня, друг против друга, смотрите, движение вот такое делаем, поехали, да, вот, замечательно, вот, да, вот силушка, ты посмотри, какая силушка, что там парню лучше не попадать, очень много сил, понимаешь, почувствовал, теперь друзья, я убираю тест, попробуйте теперь с этими ощущениями сделать то же самое. Посмотри, что мышцы будете делать. Все мышцы натянулись. Правильно, да? Все протянуто. Ощущения после снятия теста оставляете. И уже сами делаете те же движения, но как будто бы вас за руку кто-то держит. Что у нас происходит? Когда хотя бы одна мышца натянулась, пошла уже энергия в теле. Чем больше мышц протянулось, тем больше энергии идет в теле. Идеальный вариант – протянуть все 600 мышц нашего тела. Сейчас мы тогда получаем опыт. Меняем ручечки, другую ручечку давай. Мы же уже делали в прошлый раз такое, да? Нет. Смотри, густую глинку делаешь вот так вот. Вот по овалу делаешь, а я тебе загущаю. Пошли? Давай, силушка есть. Во, в обратную, вниз идем, вниз. Идем. Давай. Во.
Пошли. Я руки убираю, ты с теми ощущениями пошел сам тебе. Давай, как будто я грибу. Давай, как будто я держу тебя. Посмотри, как у тебя хорошо протянулось тело. Вот тут хоть оператору снимай, каждая жилка протянута, видишь? И все, мышцы работают против мышцы. Молодца, другую ручку теперь, то же самое сделай. Давай, пошли другую ручечку, пошли. Так, тянемся макушечкой вверх, все тело выстроилось в обратную сторону. Пошли. Да, сюда. Нет, ты как шел, так. Вот так вот. Как шел, так и идешь. Поехали. Во, плавно переходим наверх. И сюда пошли. Все, я опускаю, пошли. Так, получается? Получилось. А ну давай, сделай. Получилось, давай, бери. О, молодец. В обратную вниз пошли. Умница. Стой, вверх, тянись. Вверх, двигай. Вот сила пошла. Пошла силочка. Молодец. Я ручки убираю, теперь сам черпаю эту энергию прямо вот с окружающего пространства. Ручки одну и вторую. Друзья, не боритесь. Друзья, нельзя бороться. Задача дать тест. Получающий тест регулирует усилия. Дающий тест дает столько, сколько просит партнер. Борьбы здесь нет. Немножко понятно, да? Получилось у вас? Все, друзья, вот смотрите, первый опыт, когда мы получили с вами протяжки, да? Еще один тест, который помогает понять, где ваша сила прячется. То есть первое, вот кладете, допустим, один кладет на плечо ручечку, и усилием потолочку вот так вот толкает. А вы ручку положите сюда, попробуйте сгибать меня. Вот. Двумя руками. Вот, давай. Я вот вверх, видите, не могу никак поднять руку. Теперь, когда я беру к ней всю руку, вытягиваю и тяну туда. Держи тест, давай. И вот я руку вытягиваю. Видите, мне не хватает силы удержать меня. Ты думаешь, я фокус сделал? Ложи мне. Иди так, руку поворачивай. Вот, и сейчас просто давай мне вверх, вниз руку, давай. Вверх, еще вниз, еще давай. Вверх, вниз. Вот теперь я держу тебя, давай вверх. Ага. А теперь давай. Висеть, если хочешь. Вытяни руку вот так вот. Вытяни прямо вот туда. И тяни ее. Не обращай на меня внимания. Пальцы дотягивай до следующего. Вытягивай руку. И просто вытяни, держи. Всю, вытягивай. Вытягивай. Держи меня, вытягивай. Иди, попробуй его слонить. Ты просто, да. Давай. Вытягивай. Значит, давай, ты сейчас толкаешь, я буду ломать. Потом вверх. Держи. Не обращай внимания вообще, что держишь. Поехали. Друзья, вот это вы в ощущениях получили, насколько разница, когда вы мышцы вытягиваете, и когда идет просто напряжение одной мышцы. Сейчас. То есть можно на второй руке сделать? Ну просто вытяни, давайте, просто вытяни. Вытяни руку. Можно тебя попросить? Вот сейчас вытянул руку. Вытянул руку, повесь. Другое, конечно. Ну, в общем-то, понятно, сила возрастает во много раз за счет того, что мышцы подключились сразу все и протянулись. Друзья, теперь, когда вы чуть-чуть немножко почувствовали, как движение мы получаем и для чего нам нужна. Мальчики, сейчас следующая интересная часть, стоечку будем становиться. Чтобы силу пронести во всем теле, нужно. Это мы только получили в руках, а теперь мы сейчас получим во всем теле. А поясни сейчас. Друзья, становимся в стоечку. А, проверяющий еще, давай.
А то еще проверим. Да. Давай. И на носочки так вот раз, повернулись, и стопы поставили параллельно. Ребята, сейчас, потом второй раз же не надо объяснять. Если тренер объясняет один раз, лучше один послушать. Ну, вопросов не будет. Если не хочешь слушать, лучше не мешать тогда, потому что мне приходится перекрикивать тебя. Еще раз, друзья, как мы становимся в стоечку? Ножку вот так вот вымерили, на носочек прямо поставили, развернули, и получилось у нас стопы стали параллельно. То есть мы стали на свою лыжню. Стоим на лыжне. Дальше. Берем коленочки, чуть-чуть пригибаем. И вы приняли сразу устойчивое положение. Чтобы проверить это положение, сначала выпрямите коленочки и вот на пары разделитесь и попробуйте. Вот как. Нет, коленочки выпрямлены, выпрямлены. Человек неустойчивый, и значит падаешь. А теперь прямые, сделай коленочки. Прямые, выпрямь. Вот, смотри. Да, смотри, падаешь. А теперь коленочки присогните чуть-чуть и попробуй теперь сдвинуть. Попробуй сдвинуть. Ты видишь, что я делаю? Вон. Парень свободно меня держи. Давай, ты держать. Выше коленочки, выше, выше, выше. Все, держи. Вот чуть-чуть согни, чуть-чуть. Во, достаточно, смотри. Видишь? Какая сила, у тебя сразу в коленочке. Можно протестировать. Друзья, протестируйте друг друга, чтобы понятно было. Особенно те, кто первый раз пришел. Прямые коленочки сделали. Прямые. Вот смотрите, вы не чтобы почувствовать. И теперь согните коленочки. Чуть-чуть. Вот эти просто согните. Я тебе просто закрою. Я сейчас двигать не могу. Почему? Потому что появился вот этот треугольник, который... Нет. Так, прямые коленочки делаешь, да? Смотри, попробуй меня подогнуть. Достаточно надавил, все, он подгнул. Подожди. Чуть-чуть согнул, чуть-чуть согнул. И вот я упираюсь, смотри, видишь, что я делаю? Ты держишь меня за счет вот этого треугольничка. Вот, больше и жесткое пошло. Вообще не серьезно, ты не в моей весовой пике. Хорошо, друзья, продолжаем дальше стоечку делать. То есть коленочки присогнули. И следующее движение какое, друзья? Берем ягодички, сжимаем, и хвостик раз, и подтянули. То есть, если вот это логическое, как лорда раньше. Слава Белояру! Ура! Ура! Да, здесь получается, когда мы подтягиваем, что ягодички сжимаются, и хвостик раз, а здесь у нас раскрылось. То есть, как бы паховая часть раскрывается. И прощупали свои ножки, ягодички. Мышцы должны прийти в тонусное состояние. То есть отсутствуют расслабленные мышцы. Получилось? Следующее движение. Стягивание пространства между коленок. Как будто бы там лошадка или вот мячичек. И чуть-чуть ножички пошли вперед. И ощущение, что мы с вами... Друзья, или слушать, или молчать. Хорошо? И ощущение, как будто бы вот здесь вот промежности мы стягиваем пространство. Почувствовали. Кончики пальцев ног. На пару миллиметриков в стороны разворачиваем, как бы вкручиваемся в матушку землю. И почувствовали, как оттуда корешки проросли, и мы с вами закоренились. И вот образовался жесткий треугольник, вершиночка в пупочке. Два мощных луча ушли в матушку землю, и расслабленные мышцы у нас отсутствуют. Для того, чтобы почувствовать неподвижность таза, плечиками расслабленными поворачиваемся легонько в одну сторону и в другую. Таз на месте, таз на месте. О, почувствовали, насколько жестко стоит таз.
Получилось, да? Угу. Есть. Следующий момент. Начинаем вершинку жесткого треугольника прямо по позвоночнику, тянем вверх на макушечке, потянули, потянули макушечку вверх. И заднюю стеночку шеи мы выпрямили подбородком. То есть вот это состояние рептилии, да? Когда компьютер сидит, смотрит. И вот это состояние человека. То есть когда мы раз, подбородочек спрятали, и шейка выпрямилась. Тянемся макушечкой вверх и делаем глубокий вдох. Максимальный вдох сделали, под ребрышки животик спрятали и выдох, выдохнули, ребрышки остались на месте. Подтянутый животик, плечики чуть-чуть так назад и потянулись к матушке земле. Пальчики тянем к матушке земле, макушечкой тянемся вверх и начинаем опять тестировать. Не давайте разводить мне ручки, тяните вниз. Да, как вас зовут? Настенька. О, молодца, все отлично. Ничего страшного, если дотрагиваюсь до тела? Нормально. Тянем, толкаем вверх. Толкаем вверх. Я позвоночник начинаю сламливать, а вы вверх тянитесь. Тянитесь, тянитесь, тянитесь. Вот, получилось, протянули. Запоминайте ощущения в позвоночнике, когда мышцы протягиваются. С этой стороны тянемся, тянемся, тянемся. Вот силушка пошла. Чувствую силушку. Чувствую, чувствую, чувствую. Отлично. Здесь опять тянемся макушечкой вверх. Потянулись, 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 потянулись. Мы позвоночник скручиваем с верхних частей до нижних. По очереди. Каждый позвоночник по очереди начинаем скручивать. Ручечки поднимаем вверх. Ладоньки вот так вот одну на другой сложили, да? И начинаем скруточку. Атлант скрутили. Второй позвоночник шейный. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Шейку закончили, начинаем грудные скручивать. Первый грудной, второй грудной, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Поясничку начинаем скручивать. Пошла поясничка. Скручиваем, скручиваем, скручиваем. И потом тазобедренные. И ручки опускаем на пол. Коленочки присогнулись. Положили ручки на пол. И теперь как бы большой поршень начинает тянуть из матушки земли. Потянули сначала тазобедренными и поясничкой. Весь позвоночник скрученный. Как только тазобедренные закончили раскручиваться, начинаем раскручивать нижний отдел поясницы. То есть крестец и нижний отдел. Закончили поясничку раскручивать, начинаем нижние грудные, средние грудные, верхние грудные, а шейка еще скрученная была. Теперь шейку с нижних частей. Седьмой, шестой, пятый, четвертый, третий, второй и атлант. И потянули, потянули ручечки вверх. Через стороны берем и опускаем. Это упражнение помогает освоить управление каждым позвонком в отдельности. То есть во время скручивания, да, что делается? Мы передаем мысленное усилие на каждый позвоночник. За счет скручивания и раскручивания у нас как бы восстанавливается междудисковое расстояние, там, где если у кого-то грыжи или какие-то застойные явления, они тоже начинают омываться кровью и постепенно идет восстановление в комплексе с другими упражнениями. Естественно, у каждого может быть свой любимый позвонок, то есть там то ли боль, то ли жжение, то ли еще какие-то, ну вот, неприятные ощущения. Как только вы до них дошли, можно остановиться и подержать немножко, и дальше перекатывать. Все упражнения в Белояре делаются очень медленно. Для чего? Во время движения, если где-то боль почувствовали, мозг сразу готовит команду железа внутренней секреции прыснуть необходимый букет питательных веществ, микроэлементов, и кровь доставляет в точку боли в эти вещества. Боль начинает уменьшаться, то есть идет эффект оздоровления. Но чтобы начать эффект оздоровления, сначала нужно найти болевую точку в теле. Мы работаем на уровне комфортной боли. То есть боль шоковая, страшная, которая там, ну, скорее бы таблетку и уйти от этого.
А есть боль комфортная, так, знаете, только начало, допустим. Мы как вот пальчик себе продавили, вроде бы больно, да? Но не смертельно. Вот где-то на уровне такой боли мы и трудимся. Допустим, повернули шейку, больно. И вот держим, подержали, подержали 5-7 секунд. Все, боль начинает утихать. Так же в другую. Теперь мы то же самое сделаем с позвоночником. Делимся на пары. И один сворачивается, а другой его тестирует. Давай. Так, ты начинаешь сворачиваться. А здесь представляем большой поршень. И этот поршень начинаем толкать ручками. Сначала шейка, правильно, да, вот я имитирую. Но ты вот здесь вот у тебя связь с ручками, передаешь у себя от шеи на руку. Поехали. Я. Вот, молодец. Видишь, почувствовал поршень. Не сильно? Я усилие ему противовес даю. Для чего? Чтобы он противовес. А он сейчас говорит, сильнее или слабее. Как сильнее или слабее? Вот сильнее. Давай сильнее. Давай. О, пошла силушка какая. Будем коленочки поднимаем и кладем ручечки вниз. То есть мы легкое усилие, как бы имитируем вот этот поршень, же ноги уже не вкачает. Все, положили. А теперь начинаем тянуть вот этой точечкой. Потянули. Тазобедренные раскручиваешь и вот этой точкой. Все остальное скручено. Тянем. Ручечки. Нет, как она собирает, пока полно. А вот здесь руки тяни, пошел, правильно, вот я тебе показываю, чем тяну, прямо тыкать, все остальное скрученное пока. Каждый позвонок по очереди верхний, друзья. Смотрите, давай, сильнее или достаточно? О, видите, хорошо, я ему мешаю, а он протягивает мышцы. Вот так, шейку выворачиваешь вверх, толкнул, потянулись, все, и расслабились. Вот если стало жарко и трудно дышать, упражнение сделано реально. Жарко. Вот состояние вот это, когда вы сделали, делимся на пары и друг друга тестируем. То есть опять, стоечка, то есть основа, начинаем с стоечки, коленочки присогнуты. Вот это прямо все. Вот прямо, все прямо. И когда вы начнете сейчас скручивать шейку, да, то шейка передает вот сюда усилие. То есть вот эта жесткая конструкция, как в пушке сюда передает. Толкай. Да пошли. А я тебе даю. Толкай вниз. Вот.
Толкаем, толкаем, толкаем. Все коленочки сгибаем. Надо двигать. И начинаем вытаскивать вот это. Друзья, тот, кто сделал с тестом, сделайте то же самое без теста, но с ощущениями, как будто бы вас кто-то держит. Потому что задача тестируемого – дать ощущение в позвоночнике, а потом с этими ощущениями самостоятельно, без помощника, скручивать тот же. Так, он держал нас. Еще, давай. И вот этим всем над протянутым каркасом мы как бы поднимаем. Но не за счет мышц спины, а за счет всех мышц, которые пришли в тон. Каждая мышца дает свою энергетику. Значит, чем больше мышц мы подключаем, тем больше энергетики. То есть у нас 600 мышц. Значит, натянулись от пяточки до ушей, получается все тело. Тот, кто первый раз пришел на занятие, друзья, настоятельно рекомендует проявить осторожность, так как первые полтора, там, два месяца идет неконтролируемая сила. Вы ее почувствовали, когда тестировали? Да? Вы почувствовали ее, когда двигались? Деток не хлопать. За ручки дверей дергать осторожно, может в руках остаться. Да. Те, кто баллоны затягивает во время смены колес автомобиля, может голову. Девчоночки, те, которые посуду тонкую моют, обязательно будьте осторожны во время сдавливания, стакан лопается. У меня много репостов на страничке у меня ВКонтакте. Девушки Оля, которая занимается рейки, четвертая там еще ступень какая-то, я положил вот в горизонт, ощущение протяжки поймала и предупредил об осторожности. Вечером прихожу домой, она уже мне написала: Владимир, я думал, что ты пошутила, но у меня стакан разлетелся в руках, когда я был, чуть-чуть придавил его, во время противника. Сколько это состояние будет длиться, потому что я детский массажист, я боюсь пережать. Значит, смотрите, вы когда начнете тренироваться, вообще-то вот это состояние после занятий Белояра держится 48 часов. Вот это подъем, легкость, потом оно постепенно угасает до следующей тренировочной. То есть мне перед массажем лучше не делать такие, да? Дело в том, что все массажисты, которые ходят к нам на Белояр, они приходят именно получить реабилитацию. То есть вот тот напряжение, которое сняли с людей, оно на них висит, во время занятия они просто заряжаются и скидывают вот это напряжение. Поэтому вы сами почувствуете, как применить эту силу. Вам дается методология качественного управления своим телом на уровне физики, духа и разума. Пожалуйста, в зависимости от своих задач, потребностей, в божественном направлении применяйте, радуйтесь, получайте здравие свое. Ну, если да, вопросы, попроще. Следующее упражнение, мы теперь, это мы только разминочку сделали, да? Теперь, друзья, понятие силовых линий. Что такое силовые линии? Те, кто хочет сильными стать, становятся в круг и слушают. Вот, смотрите, силовая линия – это мощная мышца, слабая, микромышца, соединенная во единую линию. Вот мы с вами сейчас почувствуем, как эти силовые линии вокруг нас ощущаются. Ручечку одну на другой положили, вот так вот, да? И на ручки кладем мокрую тряпочку. И к потолочку ее прижали, вот так вот, продавили сейчас. И начинаем по кругу протирать. Трем, вот так медленно-медленно по кругу. Протерли, протерли по кругу. Так, а теперь смотрите.
начинаем как бы тереть, растягивая левую бочину. Раз, на левую ножку встали, левую ручку вытолкнули, правая ножка в воздухе висит. И вот мы чувствуем, как от стопы до ладоньки натянулась силовая линия. Под неправильно, смотрите. Еще раз, друзья, наоборот, на эту ногу. Да, если ты стоишь на этой ноге, то вот так вот и делаешь. Одноименная нога тянется сторона от ладонечки до стопы, правильно. Не хочешь не мешать другим и посильнее. Так, правильно, вот эту давишь стопу, вот эту затягиваешь. Да, его уходить надо, нет. Вот, в другую сторону теперь, развитие в другую сторону. Другая ножечка, с другой стороны. Я знаю, что случилось. Так, с другой стороны. На правую ножку надавили. Тот, кто хочет сильно, тот в кругу стоит. Кто не хочет, играется. У каждого выбор свой. Друзья, теперь смотрите, назад потянулись, на носочки стали. Вытянули животик и тряпочку придавливаем. Отлично. А теперь точно так же вперед, на пяточки стали и тряпочку придавили вперед. А теперь соединяем все эти силовые линии воедино, как будто бы целый кокон ниточек вокруг нас. И мы натягиваем его от стоп до ладони и тряпочку прижимаем к потолочку. И начинаем ощущать вот эти силовые линии, идущие от стоп до ладони. Чем больше силовых линий натянем, тем тоньше чувствуем окружающий мир. Увеличиваем диаметр вращения и начинаем тянуть поясничку, бочок, животик. Получаем удовольствие, отыскиваем те линии, которые нам хочется потянуть. Молодцы, достаточно. Опускаем ручечки. Что тяжело? Столько сил. Друзья, ничего нет. Мы работаем с мозгом, то есть с центральной нервной системой. И тяжесть ваша больше душевная, чем мышечная или там суставная. Вот видишь, как толкает. О, молодец. Поймал. Разводим пальчики и чувствуем мед. Отлично, хорошо. Да. Ну-ка, сжимай. Вот, с маленькой скоростью. Да, правильно. Раз, выдавили мед. Молодец. Теперь разводим. Смотрите, как движутся ваши пальчики, друзья. Замечаете равномерное, медленное движение на кончиках пальцев. Без дрожания, без скачков. Если такие нашли, значит, еще больше протянулись и медленнее проходит там, где там дергается мизинчик или дергается другой пальчик. Через несколько тренировочек этот скачок уходит. Мы с вами как бы восстанавливаем то место, где был рывок или скачок. Смотрим на пальчики и смотришь, где там скачет, где он дергался. Надо же как можно плавнее пальчики соединяются, рассоединяются. В Белояре отсутствуют, друзья, соревнования друг с другом и особенно с тренером. Каждый самостоятельно восстанавливает свое управление своим телом. Теперь начинаем на одной ручке делаем кулачок, на другой два пальчика раскрыты. Опять берем, раскрыли, потом поменяли местами. Меняем местами через раскрытие, друзья. То есть раскрываем, фиксируем раскрытое состояние и меняем местами кулачок и раскрытие. Нет, нужно раскрыть, потом сюда кулачок, сюда сторону. Раскрываем. Теперь кулачок сюда, кулачок сюда. Вот. И теперь продолжаем. Меняем сюда кулачок, сюда пальчики раскрыли и ускоряемся. Каждый уходит на свою скорость, друзья. На одной ручке кулачок, на другой два пальчика раскрыты. Ой, молодец. Тут кулачок. Кулачок, а тут правильно. А теперь меняем места. Нет, сначала раскрываем.
раскрыл. Пальчики вот так вот раскрыл. Повтори это. А теперь меняй. Сюда кулачок, а сюда пальчики раскрыты. Давай, кулачок делай. Делай. Умничка. Все. Поменял. Опять раскрываешь. Теперь сюда кулачок, а сюда пальчики раскрыты. Молодец. Как только вы выучите вот это упражнение, пятерки сами будете видеть. Оно простое, но очень на мозги, конечно, действует сильно. Теперь максимально уходим на скорость, друзья. Густой мед и скорость изменения. Туда-сюда. Чувствую, как сжимаем мед густой. И меняем на скорости. Туда-сюда. Я очень закрытыми сделал, проще закрытыми глазами делать. Да это твои. Да, задачки. Все, стряхнули ручечки. Следующее упражнение для учеников. Для взрослых это помогает улучшить обучаемость. То есть, как бы освоение новой информации. Любая новая информация, которая к вам пришла, она лучше осваивается. Вы лучше обучаетесь на различных практиках. Казалось бы, на простом вот упражнении. Следующее упражнение «Честь имею». То есть, одна ручка сюда, как солдаты, «Честь имею». А вторая что? Хоп, окей. И теперь, как будто бы находимся в воде, меняем местами. Раз, окей, сюда. И пошли. Чувствуем, как мы в густом пространстве. Ну что это, пусть будет там уже сметана там, или что, или просто океан. Вот и начинаем. Только «Честь имею». Вот так, сюда, вот. Вот, окей, «Честь имею», меняем местами. Движения очень похожи, как и в других практиках. Ну, как вы поняли,
содержание или ощущение в мышцах другое, чем в других практиках. То есть нужно это делать с максимально протянутыми мышцами во всем теле. То есть опять стоечку взяли, натянулись, и теперь подбородок кладем на грудину, скользим по грудине подбородком как можно ниже, до появления ощущения в затылке, как будто бы иголочки появились или что-то жжение в затылочке. Подержали это состояние и подбородочек выводим перед собой вверх на угол 45 градусов. Так потянули, потянули, почувствовали натяжение по подбородочку, по грудине, животику, до промежности, как бы до лобковой кости. Затянулись и опять назад набычились. Подбородок кладем на грудину и опять скользим вниз. И вот такие движения, как будто бы киска язычком вылизывает свою грудку. Опять все движения, протяжечки, как будто бы с вами делаем в плотном пространстве. Вверх потянули, назад теперь. Давай. Так, все, теперь сюда. Раз, набычилось, все вниз пошли. Дави, дави, дави. Во-во, дави, дави, дави на меня. Дави, умница, Свет. Вот так вот, и вверх. Отлично. Хорошо. Понятно, вот сюда. Да-да-да-да-да, скользим. Ну, наклоняемся. Наклоняйся, Сергей. Вся стоечка на месте, друзья. Еще раз, посмотри на меня. Вся стоечка на месте, только вот подбородок. Видишь, только подбородок движется. Отлично. Во, все, опять ручки натянуты. Все, ну ты будешь летать со мной на будешь? Вот, хорошо. Ручки в стороны разводи. Делаем упражнение. Киска лежит язычком свою грудку. Вот, молодцы. Можно показать вверх, как правильно? Еще. Показать. Натянулись. Вниз, подбородок сюда. И подбородком скользишь сюда. Вниз, да-да-да, теперь выводишь подбородок под 45 градусов, вот туда потянул, еще вверх под 45, да вот туда, достаточно. Потянул, вот это натяжение, вот аж сюда, до лобковой кости. Вот сюда. Теперь назад уходишь, назад, вот сюда, выдавливаешь эту стеночку, выдавливаешь и вниз сюда, опять ложишь сюда и опять скользишь. Посмотрите, я правильно делаю? Да, единственное, друзья, что когда по 45 градусов назад не закидываем, а опять как бы выдавливаем назад. Во, отлично. Нет, еще раз, смотри. Во, сюда точечку скользим. Отлично, все, и теперь вот сюда. Вот еще, назад. Топим, вот вниз подбородок, сюда. Сюда, на, нет, вниз вот сюда подбородок. Во. То есть еще раз, посмотрите, друзья, сбоку. Ровно стоим. Вы лизнули язычком, опять. Лизнули язычком. Ну, кошечку. Посмотрели, когда. Как кошечка лежит язычком в свою грудку. Можете посмотреть? Да. Да, сюда скользим. Сюда стоечка на месте. Да. И под 45 градусов уходит. Сюда под 45 градусов. Раз, потянули. И отсюда уходим вот так вот назад. Во. Натянули вот эту кошечку. И опять сюда подбородочек. И опять скользим. Вот. Чисто как движение у кошечки, если вы наблюдали, как она вылизывается. Хорошо, друзья, здесь же идет обратное движение головой. Козлик чешет бородкой свою грудку. То есть мы опять находимся в стоечке, да? И подбородочек теперь ушел под 45 градусов вверх. Потянули. Ощущение, как будто бы аж... Вот в височках натянуло все. Потом подбородочек вкладываем как можно ниже на грудину. Прижали и тянем подбородок по грудине вверх. И заднюю стеночку выдавливаем. Потом набычились, грудь раскрыли, плечики расправили. И опять подбородочек ушел вперед. То есть движение в Белояре медленное. Для чего? Чтобы кровь успела доставить необходимые питательные вещества в точку боли или дискомфорта. Отлично. Поднимаем. Набычилась эту точку, выдавила. Вот, как будто бы захватываем. Без наклона. Только шейка, друзья, только шейка. Все остальное натянуто, тесто, как мы как будто бы с тобой падали. Помнишь, что мы падали?
в этом состоянии находится только шея. Опять наклоняется. Движения могут быть еле заметны, они могут быть маленькие. Да, 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 там многое может спазмировать. Так, друзья, смотрите, есть очень интересное упражнение. Но пол, не знаю, насколько чистый, нужно на спине поползать. Все согласны поползать на спине? Да. Поползайте. Значит, интересное упражнение, которое выталкивает все как бы позвонки вверх, так называемые диагональные мышцы спины. За счет чего мы вытягиваемся, кто-то лежит стоячий. То есть мышцы, которые по диагонали позвоночник держат, они берут вот так вот, вытягивают и вытаскивают. Наш позвоночный стоп держится за счет вот этой, можно сказать, мышечной структуры. Как эти мышцы восстановить? Упражнение взято из подготовки наших лучников во время боя, то есть когда там еще мечами махали. Называется оно гусеница. В народе получило название бабушкино упражнение. Для девчоночек может это немножко оно страшное, поэтому мы говорим, что это упражнение для гусениц. Бабушками вы не станете, когда будете делать выполнять. Но почему бабушкино? Значит, конкретная живая история была в следующем. Бабушка в возрасте 90 лет, скрюченная вот такая, с двумя оклюшками приходит, значит, на один из семинаров и говорит: сынки, помогите чем-нибудь. Деда умер, пенсии у меня нет, лекарств не на чем покупать. Но пасека осталась, медок у меня есть. Если там помогите, я вас отблагодарю. Они: бабуль, проползешь 100 метров на спине, приходи. Бабушке выхода нет, денег нет, какое-то упражнение дают. А бабушка сталинской формации, есть сынки, и пошла выполнять. Через 3 месяца, прямая как палка, без своих уклюжек, в 3-литровой баночке меда приходят сынки: спасибо вам за науку. Они говорят: бабуль, ты напомни, что мы тебе ляпнули 3 месяца назад. Она им рассказала. Вот сейчас мы с вами начнем, как говорится, изучать это бабушкино упражнение. Или гусеница. Садимся на пол, друзья. Движение начинаем с тазобедренных суставов. Пальчики ног тянем на себя. И теперь начинаем, пальчики положили на тазобедренные суставы. И пяточку максимально раз вытолкнули вперед. Почувствовали? Коленочки прямые, друзья. Только таз работает. Теперь вторую пяточку максимально. И запоминаем руками, как движется таз. Пошли. Пяточку одну максимально. Пяточку вторую. Одну, вторую. Одну, вторую. И движемся. Здесь главное научить двигать таз. В обратную сторону пошли. Опять прямые коленочки. Пальчики тянем на себя. Движемся, движемся, движемся. Опять вперед пошли. Для того, чтобы немножко разнообразить вот это движение, ручки поставили вперед. И смотрите, ножка пошла вперед, и в эту ножку скрутили позвоночничек. Эта ножка пошла вперед, в эту скрутили. В общем, куда ножка идет, туда скручивается. Одновременно? Да, одновременно. Скрутка идет на ножку, друзья. Которая вперед. Которая вперед, на ту ножку скрутка. Или которая назад. Нет. Именно та, которая вперед. О, туда скручиваемся. Вроде бы как просто, но не очень легко, да? Если назад идем, там попроще идет. Опять. Если ножку тянем назад, на нее скручиваем, легко идет, да? А теперь, когда идем вперед, нужно на эту ножку скрутиться. Как-то мозг сопротивляется. Что там? Да что-то устало как-то. Клянусь, друзья, я говорю, устал мозг, тело наше сильное. Мы на любых практиках его достаточно развили. Но работает сейчас мозг. Вот. Теперь прошу посмотреть, что мы делаем со спинным мозгом, вернее, со спиной. Я специально вам по диагонали ложусь, чтобы было видно. Так?
Ручки кладем на коленочки. И те же движения тазом пошли вперед. Раз, на одной стороне спинки, на второй. На одной, на второй. Двигаемся. Двигаемся, да. Двигаемся на спине, как гусеница. Я покажу еще с этой стороны. Взяли, положили и пошли. Движение тазом. Запомнили, что мы делали тазом? И движемся тазом. Если голова устала, можно положить головку на пол и движение тазом вперед, точно так же назад. А можно плечами помогать. Я сейчас подойду, каждому помогу, друзья. Поехали, давай. Значит, катаемся. Раз, тазом, раз, тазом, раз, тазом, раз, тазом. Теперь вперед, пошли. Не зажимай колени. Ты зажал вот так вот. Пошли опять. Раз, тазом, тазом. У кого не получилось, друзья, у кого не получилось, ничего страшного. Так, пошли. Раз, тазом, 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 тазом. В обратную сторону идем. Раз. О, назад пошел. Назад пошел. Хорошо. Молодец. Хорошо себя идет. Тазом. 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 Да, в обратную сторону. Пойдем. Тазом. 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 Я вам специально утрирован. Что, ты так попробуй, это уже бомба. Так, еще. Пошли. Раз. Два. Я тазом специально вам делаю, чтобы почувствовали тазом. В обратную сторону. Смотри, раз то, что это работает, то это в том тазе Так, кому еще показать? Это очень сложно. Так. Вот так. Так, смотри. Раз. Два. Раз. Раз. Два. В обратную сторону. Пошли. Так. И так это работает. Тазом толкаешь. Тазом. Тазом. Но для этого подготовительное упражнение. Еще раз, друзья, пройдите еще раз по чеклазам движение вот это. И теперь повторите самостоятельно, как будто бы я вас толкаю. Ощущение мышц вы получили во время теста, да? Получили. Туда-сюда, туда-сюда походили. Начинаем ложиться. И движение тазом, опять тазом пошли. Где-то через несколько тренировочек все пойдет. А если там только одни кости, нечем идти. Перекатываетесь с одной на другую сторону и вообще-то идете не на позвоночнике, а на мышцах, на которые вы перекатились. А если нет мышц, которые, на которых перекатились? Нормально. Нечем отталкиваться. Да, не рассказывай сказки. Нечем отталкиваться. Ты же понимаешь, тебе это нужно раз, и движение тазом сделать.